Слава Украине! Привет от Полонского. Ребята, очередная провокация от российских фашистов. От расистов. И вот о чем идет речь. Они надумали в Мариуполе сотворить антибучу. Вот, ну, понимаете, у людей, вы понимаете, у них хватает ума на какие-то абсолютно изуверские, заранее проигрышные и совершенно идиотские какие-то выдумки, ну, которые просто на уши, на голову натянуть невозможно. Ну, вы только послушайте, что они придумали. Значит, они придумали свести в одно из мест Мариуполя всех гражданских, которых они же сами там убили в течение этого месяца беспрерывных российских атак на город, и объявить их жертвами СБУ, Азова, еще что-то. Ну, вы понимаете уровень идиотизма, да? То есть, ну, с логики, да, любого нормального человека. Украинский Мариуполь существует 30 лет, ну, в том виде, в котором он сегодня есть, да, 31. И ни одного человека там не убили. Ну, никогда. Ну, зачем? Не ранили, не убили, не побили. Никогда. Тут приходят расисты, и появляются тысячи убитых гражданских. Но в этом виноваты украинцы, которые до этого за 30 или 31 год ни одного человека не убили и не побили. Это как? Как такое можно на уши натянуть? Скажите мне. Они что, всех за идиотов считают? Видимо, да. Ну, в общем-то, конечно, считают за идиотов. Потому что собственное население так точно. Потому что собственное население, не отличающееся особым интеллектом, действительно верит в подобную чушь. Но во всем мире люди, которые живут, они, оказывается, все-таки поумнее. И в подобную ахинею не верят. Слава Украине!